Так, надо пассажирник разобрать. Ау, да. В этом году мультфильмы на Красной площади. Всякие будут черепа, крокодила Гена и Чебурашка. И музыка из мультфильмов. Это музыка из «Ну, погоди». Хотя, наверное, не только из «Ну, погоди». Очень красивые елочки. Можно дома такое же сделать. Поросятками елочка. Игрушки елочные продают. Поросята. Очень красивые игрушки. Авторские работы, ручная работа. Ёлка большая.
снимают, видимо, для новостей. Thank you.
пряниками елка. Это пряники настоящие. Это на улице, наверное, будет.